Вот такая ушица у нас получилась. Картошечка целиковая, рыбка. Мои друзья готовые. Пенек какой-то не доделал. Нормально. Ну доделай его. Я его доделал. Привет. А стол нужен, Женек? Столка поставим. Маленький, наверное. Да, надо. Что хозяин изволит? Вы за меня, говорит, и есть будете? А, вот стол. Ну, ага. Загорится, не загорится, еще потом засуну еще. Все загорится. Сучок. Сейчас зальем туда, Женек. Хвостов. Голов. Голов. Все зальем. Чтоб, не дай бог, кто не разлил по бутылкам. Какие-нибудь недобросовестные самогонщики. Wunderbar. Sie verstehen Deutsch? Для немецких подписчиков. Друзья мои, всем огромный привет. Сегодня находимся в лесной избушке. 23 февраля. И сегодня мы будем готовить уху. Уху будем готовить из щучьи и головы осетра. Для этого нам понадобится две головы щучьи, ну и, как я сказал, голова от осетра, луковица, морковка и картошка. Ну что, ставим казан на огонь. У нас уже дровишки прогорают. Наливаем воду и отправляем в холодную воду наши головы. Наливаем 5 литров воды. И отправляем в холодную воду нашу рыбу. И отправляем туда же луковицу. И будем потихоньку нагревать и снимать пенку. Ну все, друзья, закипает бульон. Собираем пенку. Да, особо ничего не увидите. Ну ладно, попозже все включимся, покажем. Вот пенка. Аромат, конечно, шикарный. Накрываем крышкой. Закрываем дверку. И пускай томится. Ну, минут 20. Потом голову достанем и засыпем картофель и морковку. Ну вот, друзья, прошло 30-40 минут, как варилась наша ушица. Смотрите, голова вся разварилась, вам видно. Щучьи головы.
красота. Вынимаем морковку, ой, точнее лук. Вот такая красота получилась. Все вообще разварилось. Нормально. Даем остыть и будем разбирать уже на отделять мясо от костей и дальше потом добавим туда наш казанчик. Бульон, смотрите, какой наваристый. Отправляем картошку и морковку. Накрываем дело крышкой и доводим до готовности. За 10 минут до конца варки добавим соль и специи. И вот они, наши головы. Все разварилось, все прекрасно вообще, просто отлично. Все, сейчас остынет и будем разбирать. Пришло время посолить. Добавляем 2, точнее 3 листика лаврушки. Отправляем рыбу. И варим еще 10 минут. Все, уха готова. Уха наша готова. Последний штрих. Уголек. Чтобы была настоящая уха. И 100 грамм водочки. И теперь идем дегустировать. О, тема. Туда пойдем, да? Ну, ты будешь? Да, почему нет? Давай, тарелку. Ну что, я тоже буду. Давайте. Да, фиг, я тоже буду такой. Фиг же нет-то, блин. Тарелки и ложки. Вот такая ушица у нас получилась. Картошка целиковая. Рыбка. Мои друзья. Ну, готовые, давай. Которые все сейчас... Голодные. Голодные. Барин, наливай. Там перца. В очередь, суки, надеюсь. Не жижечки. Все, хватит, пока. Не жижечки. А то остынет. Вдруг съесть не успею. Жижечки. А, какая классная. А где жарить двух поросят? Один жижку ест, второй там похуще. Ну, возьми тарелочку, мне тоже достань. Вот это. Я себе картошечки. Мне. Тебе как... Наливаем по 50 грамм за 23 февраля. Так, Андрюхи. Андрюх с горла. Андрюха у нас по венчишке. На смородину вине. Ну, с праздником. Все, друзья, братья. Всех с праздником. Здоровья, удачи и успехов. И приступаем к дегустации ухи. Я просто жру. Но. О, наваристая. Вундербар! Ой, хорошо. Не, ну сейчас зачетно. На природе покушать, конечно, это горяченькая тема. Давай кепочку не туда. О, по-нашему. Друзья, выезжайте почаще на природу,
готовьте в казане, на костре любые вкусняшки, шашлык, башлык, что вашей душе угодно. Но мы продолжаем дегустацию. Всем пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.